Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Турецкий империализм ограничивает права армянского народа. Фигаро. Противник применил тяжелую артиллерию в направлении Шуши. Есть жертвы среди мирного населения. Азербайджан стал центром терроризма и на Южном Кавказе. Зограф Нацаканян. Сирийская армия на бывшей турецкой военной базе подняла сирийский флаг. Необходимо открыть древний город Майя в Западной Армении. Художники из Гюмри для Арцаха и армянского солдата. Тысяча картин для фронта. Стоит ли защищать наследие товарищей Ленина и Сталина на Кавказе? Именно такой вопрос следует задать всем нам после попыток найти любые возможные оправдания турецкой агрессии против Сирии, Ливии, Греции и Кипра. Нельзя закрывать глаза на войну, которую исламистско-империалистический режим Анкары сейчас разворачивает против армян руками Азербайджана, пишет писатель и историк Оливье Делорм на страницах «Ле Фигаро». Кроме того, стоит задуматься о причинах западной снисходительности к этому режиму. Он все еще активно финансируется ЕС, который привлек в качестве вспомогательных войск остатки Исламского государства и Аль-Каиды на Ближнем Востоке, а затем направил их в Ливию и на Кавказ. Почему Германия оберегает его от санкций? Из-за положительного внешнеторгового со льдов 2,5 миллиарда и 3 миллиона немецких турок, 65% которых голосуют за Эрдогана. Заслуживает внимания мотивация тех, кто так любит причинять и возвращение тьмы дней, но почему-то не возмущаются при виде агрессии государства, чье отрицание геноцида армян стало официальной доктриной в школах и вузах. Представьте на миг, какую международную реакцию вызвало бы нападение Германии на Израиль. Полная статья доступна на нашем сайте. Противник после полуночи наряду с военными действиями вновь подверг артобстрелу мирные населенные пункты. Об этом говорится в сообщении, распространенном государственной службой по чрезвычайным ситуациям Арцаха. В направлении Шуши была применена тяжелая артиллерия. Среди мирного населения есть пострадавшие в городе многочисленные разрушения. Сведения о пострадавших будут представлены чуть позже, говорится в сообщении. Министр иностранных дел Армении Зограб Нацаканян 3 ноября принял делегацию участников программы «Молодежь Европы» во имя признания независимости Арцаха. Инициированный Европейским офисом Всеобщего армянского благотворительного союза действующих и бывших депутатов ЕС, иностранных журналистов также. Об этом сообщает пресс-служба МИД Республики Армения. Приветствуя гостей, министр Нацаканян отметил, что в этот трудный для Арцаха период визит такой представительской делегации чрезвычайно важен как проявление поддержки и солидарности армян Арцаха. Зограб Нацаканян проинформировал присутствующих о ходе развязанной Азербайджаном широкомасштабной агрессии против Арцаха, которая сопровождается военными преступлениями и действиями, которые направлены, в свою очередь, на физическое истребление армян Арцаха. Министр иностранных дел Армении также обратил внимание гостей на дестабилизирующую роль Турции, которая непосредственно вовлечена в военные действия Азербайджана, что выражается также в вербовке ею иностранных боевиков с Ближнего Востока и размещении в зоне конфликта. Азербайджан превратился в центр терроризма на Южном Кавказе. Государство, которое спонсирует терроризм, подчеркнул глава Министерства иностранных дел Армении. Сирийская арабская армия разместила свои силы на бывшем турецком военном посту недалеко от города Мурек. Об этом сообщает tr.am. Сирийская правительственная армия развернула свои силы всего через несколько дней после того, как турецкие войска покинули блокпост в северной части Хамы. Инженерные группы сирийской армии заявили, что в этом районе нет взрывчатки, после чего военные подняли флаг Сирийской Арабской Республики на холме, ранее оккупированном турецкими войсками. Древний город Мэя, расположенный в районе Ди-1 провинции Агриз Западной Армении, который в прошлом служил убежищем для многих, ждет своего открытия. В древнем городе есть культовые сооружения, жилые кварталы, множество пещер. Различные знаки и сооружения, высеченные на скалах старого города, показывают, что в прошлом в этом регионе проживали многие цивилизации. Некоторые из пещер образовались естественным путем, а некоторые были построены живущими здесь. Это крепость-город. Города-крепость создавались для оборонительных целей. В этой местности, рядом с которой есть вода, можно легко заняться земледелием и животноводством. Гюмрийский филиал Государственной академии художеств Армении выбрал свой вариант помощи армии. Инициатива объединяет начинающих и профессиональных художников вокруг одной цели. Как сообщает Армен Пресс, вся выручка от выставки продажи художники из Гюмри для Арцаха и армянского солдата перечисляются Всеармянскому фонду ГАЯСТА. Идея одна – стать одной силой с людьми искусства и встать на сторону нашей армии и государства в трудные дни. Язык искусства – это мощное оружие, сегодня мы довели это оружие до боевого состояния. Начинающие
Начинающие художники и профессионалы объединились вокруг созданной богемы «Все в один ряд и равноценно», говорит автор инициативы художник Ашот Акопян. Авторы инициативы уже продали более 120 работ. Собранные в ящики для пожертвования деньги искусствоведы каждый вторник переводят во Всеармянский фонд «Хаястан». Действие непрерывное. В качестве предварительной оценки художники упоминают создание и продажу 1000 работ. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Тавроз Гутан. Версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!